Вот она моя посылка. Это носки. Где мои носки? Где мои носки? Носки с турмалином. Они должны, как написано, сами выделять тепло каким-то хитрым способом. Заказал я их 1 месяц и 3 недели назад и заплатил $49. Запакованы они, как видите, просто полиэтиленовый пакетик, который уже запакован в почтовую обертку. Ну, этого, наверное, и достаточно для носков. Турмалин – это такой минерал, который обладает свойствами пьезоэлектрика, что ли, или что-то типа этого. Я вижу, они на левой стороне сейчас, потому что вот это должно соприкасаться с кожей. Интересно, что размер там вообще выбирать нету такого выбора там. Как бы один универсальный размер и все. Ну, как ни странно, он мне подошел. Ну, по размеру они мне чуть-чуть, я бы взял на пол размера больше. Ну что ж, поносил я эти носки в течение сегодняшнего вечера. Просто хорошие носки за $1,5. Никакого подогрева в них я не заметил. Насчет того, что они сами по себе греют, это полный развод. Причем развод какой-то странный, я бы сказал. По сути, продают вечный двигатель в виде носков. Но то же самое, что продавать машину и сказать, что она едет без бензина. Без бензина значит на электричестве. Это вот то, что называется турмалином, как сказать, мозаика, это на ощупь как резина. Но нога от нее, как ни странно, не потеет. Получается такой легенький массаж стопы, еле заметный. И который совершенно не надоедает. В общем, как нормальные хорошие носки, я могу их порекомендовать, но не более того. Ссылка на страницу покупки этих носочков, естественно, находится в описании под видео. И на этом все.